Ну и разрешите поделиться радостью нашей телевизионной команды. Проект «Jetacon» стал лауреатом национальной премии «Тумар» в номинации «Лучшая аналитическая программа». Это на самом деле долгожданная награда для нашей редакции. Программа вот уже 28 лет выходит в одно и то же время, под тем же названием, превратилась в настоящий бренд телеканала «Хабар». И мы хотим выразить большую благодарность организаторам премии. В этом году на «Тумар» поступило больше 300 заявок на участие, но номинантами стали лишь 48 проектов. Телеканал «Хабар» стал обладателем сразу двух премий. Во-первых, собственный корреспондент в Алматы Григорий Беденко признан лучшим журналистом. Во-вторых, один из проектов долгожителей среди казахстанского телевидения, который сохранил свой бренд почти 30 лет в эфире. Эта аналитическая программа «Jetacon» выиграла в номинации «Лучшая аналитическая программа». Наши журналисты безгранично рады такому признанию.